В зале учителя из 29 образовательных учреждений. Все они собрались на региональном этапе конкурса «Мастер года». В финал вошли только 8 преподавателей. Когда я пришел в педагогику, я увидел студентов и захотел улучшать будущее нашей страны. Я развивал студентов, ездил с ними по региону, участвовал в различных конкурсах с ними. От достижений моих студентов я получал большое удовольствие. Конкурс «Мастер года» проводят для привлечения педагогов и учеников в среднепрофессиональные образовательные учреждения. В ближайшие годы для них обещают создать более 80 тысяч рабочих мест. Это привлечение внимания к системе среднего профессионального образования, это привлечение внимания к конкурсному движению под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. В общем, это для того, чтобы все, что связано с СПО, становилось ярче, круче и замечательнее. Все участники посетили пленарное заседание. Здесь обсуждали проблему нехватки молодых специалистов и обменивались новыми идеями. Это вот история, когда из Хабаровска приезжают в Приморский край, я условно говоря, из Хабаровского края, из Приморского края забирают другие регионы, но это вот такое перетягивание канатов, оно отчасти работает, но я бы предложил нам всем, дальневосточникам, объединиться в едином порыве и хантить из других регионов, особенно там, где действительно есть определенная напряженность на рынке труда. И сегодня же в Владивостоке был дан старт эстафете флага конкурса «Мастер года». Его пронесут по всем субъектам Дальневосточного федерального округа, а победитель регионального этапа отправится в сентябре в Тулу, где будет защищать честь Дальнего Востока на всероссийском этапе.